Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. Снежный буран, обрушившийся на Сахалин в конце декабря 2017 года, после Нового года набрал силу. 9 января 2018 года из-за сильного снега было нарушено транспортное сообщение на острове. На автотрассе Фирсово-Взморье в снежном плену оказалась колонна из десятка автомобилей. И уже 10 января вся колонна успешно прибыла в Южно-Сахалинск, где энергетики уже трудятся над восстановлением электроснабжения в пострадавших районах. В нескольких школах Макарова, Северо-Курильска и Южно-Сахалинска отменили занятия, и детвора может вовсю наслаждаться зимними играми. Непогода, приносящая множество затруднений, в то же время помогает людям проявить свои лучшие качества, свою истинную, духовную сущность. Лишь сплотившись в дружбе, добре и заботе о ближнем, мы можем качественно изменить свою жизнь, сделав ее более человечной. И это просто. Важно всегда и везде оставаться человеком. Дорогие зрители, если вы хотите иметь свежую и объективную информацию, касающуюся изменений климата на планете, разрешите Ютубу отправлять вам уведомления о новых видео, нажав на колокольчик. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.